На улице Гвардейской работы идут полным ходом. Дорожники делают новый тротуар, меняют бордюры. Дворы сейчас активно ремонтируют по всему Саратову. Проконтролировать качество работ в Ленинский район приехали Олег Грищенко, Валерий Радаев и Николай Панков. До 40 лет не ремонтировалось в городах Саратова внутридворовой территории. И тот проект, который сделал лидер партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин, ремонт внутридворовых территорий, он сегодня на территории города Саратова уже второй сезон реализуется. Поэтому мы видим, что все больше становится благоустроенных домов. И в принципе мы видим, что город преображается. Вместе с этим мы видим улыбки наших жителей. Мы видим, что и они уже включаются в эту программу, рассаживают, благоустраивают, рассаживают цветочки, уже создавая свой микроклимат. Ремонт придомовых территорий реализуется при поддержке «Единой России». В рамках партийного проекта только в Ленинском районе планируется реконструировать около 70 дворов. Жители 7 домов по Антоновой Перспективной оказались в числе везунчиков. К ним дорожники приехали в первую очередь. Трудно было даже бабушкам и детям маленьким выйти из подъезда, потому что все было уже ветхое, а открывались колодцы, на колодцы прикрывали даже вот деревянными такими настилами, чтобы никто не упал. Вот сейчас, конечно, изменения просто колоссальные. Мы очень благодарны. Дворы на соседних улицах изменились до неузнаваемости. Вместо ямы бугров – ровный асфальт. Съезды, карманы для автомобилей, новые ограждения для клумб. Этого жильцы ждали много лет. Оценку дают жители. Наша задача, чтобы жители знали, откуда появились деньги, откуда появился проект, и что он будет реализован качественно, в короткие сроки. И я думаю, что вот все те 4000 дворов, которые есть сегодня на территории города Саратова, вот при таких темпах можно за самый короткий промежуток времени обустроить вот так. Слова благодарности, наверное, от всех горожан. Слова благодарности Вячеславу Викторовичу Володину, потому что я считаю, что вот этот проект родился его усилиями. Мы много об этом говорили уже, но мало кто об этом на самом деле знает. Этот проект реализуется уже второй год, и он будет продолжаться до тех пор, пока в Саратове не приведут в порядок все дворовые территории. Елена Гришина, Валерий Богословский. Новости, Телеобъектив.